мы семья, большая семья. Фамилия у нас Аветисян. В переводе на русский Аветисян — это Благовещенский. Поэтому у нас, наш семейный ансамбль называется «Благая Весть». Вот у нас 9 детей, и все поют в ансамбле. Благодаря этому ансамблю они приучены к труду. Они все учатся в музыкальной школе. Все учились, вернее, в музыкальной школе, а сейчас уже старшие закончили академию гнесинскую. Сын учится в магистратуре в гнесинской на гобое. Дети росли на, можно сказать, на подоконнике, на клеросе. Выступали мы с четырьмя детьми. Да, сначала четверо детей, они пели в храме. Годы проходят, они благодарят. Вот хорошо, что вы мне дали такое вот образование, что я теперь знаю цену вот этому труду. Лучше, конечно, музыке учить детей, и они будут более терпимые, более такие усидчивые, смиренные. Они жертвенные будут, потому что лишний раз не пойдут на улицу погулять. Другие гуляют дети, а он сидит, и ему надо играть. Да? Вот. Господи Боже мой, такие переломные моменты, когда ребенок просто не хочет ни играть, ни петь. Ему да вообще нужно, учиться. Да. Тут надо уже как-то хитро подойти к этому. Какое? Благодаря хору дети учились. Я говорила, вот не выучишь уроки, на хор не пойдешь. Для них это наказание было, не пойти на хор. Представляете? А потом они смотрели друг на друга. Да. Братья поют, сестры поют, и я должен петь. Да, и еще я говорила, не выучишь уроки, я тебя в храм не отведу, не пойдем мы в храм петь на клиросе. Тоже для них это было, это была награда, петь на клиросе. Сударыня!